В администрации Амурского района состоялось заседание комиссии. Какие вопросы на ней обсудили, вы узнаете в следующем материале. На заседании присутствовали представители и руководители дошкольных и образовательных учреждений города Амурска, руководители краевых учреждений образования Министерства образования и науки Хабаровского края, представители краевых учреждений Министерства социальной защиты населения края. Основными вопросами на заседании стали мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа в Амурском районе, какая эпидемическая ситуация складывается по ОРВИ и гриппу в районе в 2018 году, а также о дополнительных мероприятиях по борьбе с туберкулезом, анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Амурском районе в 2018 году и в январе-феврале 2018 года.